На дорожном ремонте, оказывается, можно сэкономить. При проведении торгов на текущий сезон стоимость работ сократилась на 20 миллионов. Это около 1% от всех затрат. Напомним, всего в рамках программы «Безопасные качественные дороги» должно быть отремонтировано 33 участка. В мэрии обещают большую часть сдать ко дню города. Чиновники планируют распределить освободившиеся средства между существующими объектами. Где-то увеличат площадь проекта, сделают дополнительные съезды. В любом случае, это никак не должно отразиться на качестве и сроках работ. Кстати, возникла экономия как раз по инициативе самих подрядчиков. Закупленный, может быть, по старым ценам, там песок, битум и все остальное, как у них сработает завод, какая логистика, может быть, короткое плечо от завода. То есть они делают какие-то шаги. Вот от этого появляется экономия. А качество изначально в сметах сразу и все технические требования заложены, и они подрядчикам при подписании контракта принимаются, и мы их отследим.